Добрый день! Хочется сегодня рассказать о работе компании «Землечисть», которые работали на нашем участке, делали дорожки, работали квалифицированно, профессионально. Бригадир и прораб работали очень дружно, хорошо руководили рабочими. Рабочие работали без устали, можно сказать, из 8 до 7, а когда надо, и больше времени, чтобы уложиться в тот план, который они должны были сделать. Хочется сказать, что работали дружно, и за неделю работ я ни разу не слышала, чтобы были какие-то крики или были какие-то конфликты между прорабом и бригадиром или между рабочими. И это очень ценно и очень дорого, потому что и рабочим было хорошо, и мне было очень хорошо. Еще очень хочется сказать о заботливом и чутком внимании ко мне, как человеку за 65 лет, как часто говорят, потому что ходить было неудобно, все было изрыто, и участок у нас такой проблемный, им достался. Вот, много воды, много грязи было, еще не повезло, что дожди лили буквально каждый день за целую неделю. И все время бригадир Сергей все время заботливо и дощечку положит так, чтобы мне удобно пройти, и все время напоминал. Я говорю, да я могу упасть, что он говорит, в грязь. А он мне, знаете, так еще говорил, грязь-то это ладно, говорит, самое главное, чтобы вы ничего не сломали. Вот, и я хочу выразить благодарность фирме «Землечисть», благодарность бригадиру Сергею, прорабу Сергею, за хорошую профессиональную работу, которая сейчас очень радует всех нас в этом доме. Спасибо огромное и творческих удач и успехов в будущем. Спасибо.